В нашем дневном эфире 7-го телеканала сегодня Михаил Лобковский, психолог. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Татьяна. Поговорим мы на тему «Любовь к себе» и как все-таки полюбить себя. Вопрос животрепещущий, и, знаете, он так ошарашивает немного. Сразу думаешь, боже, а что, мы себя не любим? Или а как это полюбить себя, и так, чтобы тебя не назвали эгоистом, самовлюбленным? Где эта грань между любовью к себе и эгоизмом? Ну, это, кстати, заблуждение, что любовь к себе в высшей степени – это уже эгоизм. На самом деле эгоизм – это не любовь к себе. И давайте расскажем нашим зрителям, в чем разница. Эгоисты – люди, зацикленные на своих проблемах. Им не до других. Вот вы к эгоисту обращаетесь и говорите, он плевать на меня хотел, и вообще все равно, что со мной. Он вообще не интересуется ничем, вот только что про себя любит говорить. Это же не от хорошей жизни, Таня. Ему плохо, он страдает, поэтому он эгоист. А ему можно помочь как-то? Это его проблема. Ну, можно, он к психологу может ходить. А люди, которые любят себя, наоборот, у них есть силы помогать ближнему. Люди эгоистичны, они не могут, а им самим плохо. Им не до других, как бы, понимаете? А что значит любить себя? Ну, у нас эфира не хватит, это долгий рассказ. Я постараюсь хотя бы коротко обозначить, что это значит. Во-первых, это всех бесит, эта фраза «полюби себя», «ты себя не любишь». Люди не понимают, это какая-то абстракция. Что значит «полюби себя»? На самом деле это конкретно. Люди, которые любят себя, живут, как они хотят. Вот вы здесь упомянули такую фразу, что ну вот как так жить, любить себя, чтобы тебя, ну, не уличили в том, что ты эгоист. Вот вы уже себя до конца не любите, Таня. Уже какой-то комплекс, да? Потому что вам не плевать, что о вас думают. Так. Люди, которые себя любят, им глубоко наплевать, что про них думают другие. Их это вообще не интересует. Но есть пара-тройка дорогих для них людей, мнение которых для них важно. Но не мнение людей вообще на улице, например, да, там, на работе. А вот люди, когда у них не такая высокая самооценка, им уже не все равно, что про них скажут, а как они выглядят, а что про них думают. Это уже не совсем любовь к себе. Это, я бы сказал, любовь к ближнему уже. Но такие люди, они как-то должны все равно на критику реагировать. Ведь есть же конструктивная критика, которая иногда нам помогает развиваться. Нет, ну если помогает, ради бога. Я лично не люблю, когда меня критикуют. Но я с собой боролся. Знаете, что я делал? Я много лет, уже лет 20, веду программы на радиостанциях, на разных. Иногда там получают такие сообщения, ну, знаете, на мониторе ты их читаешь, да? Да, да. Ой, а можно это дерьмо убрать? Вообще слушать невозможно. Он что, тупой у вас? Он такой нудный. А можно дайте про автомобили передачу? Я это читаю вслух, чтобы бороться со звездной болезнью. Чтобы вот я совсем не загордился, я это люблю читать. Вот. Но, в принципе, я не люблю критику, вам честно скажу. Я вам признаюсь, что все вопросы, даже первый вопрос, который я вам задала, это я озвучила вопросы наших телезрителей. Я написала пост в Фейсбуке и попросила их передать какие-то вопросы вам сформулировать, потому что мне кажется, это наиболее честно. Да, потому что если в студии психолог и телеведущая, понятно, что так или иначе я буду спрашивать вас о вопросах, которые интересны мне. Танечка, а можно я два слова об этом скажу? Конечно. Вот вы можете начать любить себя прямо сейчас. Если вы будете спрашивать о том, что интересно вам, это и есть любовь к себе. Да, человек думает о себе. Но, понимаете, когда он себя любит, это не противоречит интересам других. То есть то, что он думает о себе, касается других. У меня так лекции устроены, когда в зале вот на Первой Одессе, сейчас в зале 700 человек, да? Один спрашивает, там же нельзя всех 700 дать возможность выговориться, да? Конечно. Но остальные чувствуют, что это и про них тоже. Отражается, не да? стесняйтесь, короче, спрашивайте. Ну, давайте я вначале спрошу вопросы телезрителей, потому что я их тоже очень давайте. Люблю. Хорошо? Вадим спросил, где граница между любовью к себе и эгоизмом, мы уже озвучили. Оля спрашивает, чувство вины. Как научиться любить себя в той жизни, в которой с детства воспитывают людей на основе чувства вины? Хороший вопрос. То есть, да, ты не доел кашу, ты расстроил бабушку, например. Ты давайте не выясним, что это такое чувство вины. Если это Оля нас спрашивает, да. Не возражает, еще и совесть сюда добавим, так. В эту кашу. Это очень низкая самооценка, когда человек считает себя плохим. Он виноват, и его мучает совесть. Да, две вещи. Откуда это берется? Это берется от манипуляции, вы правильно сказали, взрослыми. Насчет тебя не доел кашу. Мама старалась, мама, как тебе не стыдно, как ты мог так поступить? А я умру, я этого не выдержу, я сейчас скорую вызову. Это все манипуляции. А когда взрослый пытается добиться от ребенка послушания, например, да, они ему реально выносят мозг,
и делает его виноватым, и взывает еще и к совести. Вот это тебе не стыдно, это про совесть. Так вот, а ребенок, когда вырастает, он становится ущербный, закомплексованный, и он считает себя плохим человеком. Он себя не любит, и у него невысокая самооценка. При этом, я вам честно скажу, человек, главное, чтобы сам на себя ориентировался, чтобы он считал себя хорошим. Так как родители его детства приучили, что это вообще не его дело, это другие для него скажут. Многие мучаются, чувствуют себя виноватыми. И ведь это передается из поколения в поколение. Это норма считается. Это патология вообще. Это патология. Это ненормально, это чистая манипуляция. То есть, если я не могу, ну, как сказать, пробиться, да, я начинаю вами манипулировать. И говорю, Таня, ну как ты не стыд? Как ты вообще могла так поступить? И если вы еще ребенок, да, то вы на это ведетесь. Взрослые скажут, пошли бы вы со своими. Во взрослом иногда, да. Да, а ребенок, он не может противостоять этому. Он все это дерьмо кушает и соглашает, плакать начинает. Это же такое, знаете, чувство нравственной боли, что я плохой, как я так мог мать обидеть. Типа я не в 10 пришел, а в 10:30, мать уже мертвая лежит. Она же вообще в морге, она вообще не выдержала, испугалась, что я опоздал. И так многие мои делают, между прочим. Манипулируют. И потом это во взрослом возрасте, да. Естественно, ребенок... Бывает, взрослый. Навязывает целым народом чувство вины, не только одному человеку, но это другая тема. Спросим от Маши, да, вопрос зададим. Почему вы выпустили так много статей о том, какой нужно быть женщине и как женщинам себя вести, чтобы не отпугнуть мужчину, но ни одной подобной инструкции для собственного мужчин? Неужели они могут сами, без психолога, разобраться, какими нужно быть? Вы знаете, я так невольно оказался женским певцом. Количество репостов зашкаливает. Да, значит, что я хочу сказать. Когда я писал, вообще книгу писал, статьи писал, да, я не буквально на женщин ориентировался, но, например, самая известная статья была перепечатана миллион раз, это в журнале «Эль». Но это не мужской журнал, да, это женский. О том, что если ты хочешь выйти замуж, хотя бы обесцени это сначала, быстрее выйдешь. Ну да, я как-то, у меня мужские романсы как-то не получаются, не знаю почему. Видимо, очень женщин люблю. Да? Мужчин, видимо, не очень. В этом-то секрет. Хорошо, давайте все-таки спрошу то, что интересует меня. Неужели эту самооценку, любовь к себе, можно привить, можно воспитать? Мы бесконечно можем пенять на наших родителей, которые заставляли нас доедать кашу. Но мы взрослые, мы способны осознать, что что-то где-то было не так. И мы должны это изменить, преломить это в этой системе. Вот я вам скажу так. Вот вы лично, зайдя в ресторан, можете не доесть. Притом я, как человек, который родился в небогатой семье, имею привычку все доедать. Я тоже. И у меня есть друг, который родился, в отличие от меня, в богатой семье. Так. У него папа академик, и денег было всегда много. А он как-то раз посмотрел, как я ем, да? Он видел, что я не хочу. Он говорит, а зачем ты это доедаешь? Я говорю, ну мы же это заказали. Вот. И он говорит, слушай, ну не знаю, ты попробуй, просто не доешь. Сначала было тяжело. Я смотрел на тарелку. Во-первых, хотел дальше продолжать есть, это привычка уже. Во-вторых, типа, ну как же так, выбрасывать еду, это вообще неправильно и так далее. Но вот заставив себя не доедать, я до сих пор не могу сказать, что я ровно как-то к этому отношусь, но стало легче. Вообще, человек, чтобы себя любил, он может позволить себе быть собой, да? Не делать то, что он не хочет. Кстати, недавно я попал в эту интересную ситуацию. Я был на Мертвом море в Израиле и сидел, ну, там в такой кибуц, есть Энгеди, и там, значит, типа столовой, да, и рядом сидят три немки. И говорят, ну и жрет он по-немецки. А моя подруга, она немецкий лучше, чем русский знает. Но они же не знают, мы же по-русски разговариваем. И одна говорит, они такие три сектантки, видимо, религиозные. Одна говорит, но Чермая опять пошел за едой, он же все оставляет. Он надкусывает и кладет, как ему не стыдно. И подруга, поняв, что они религиозные, сказала им такое, оказывается, кстати, это из Библии, я не знал. Она сказала знаменитую фразу. В чужом глазу, как это, соломинку видит, а в своем бревна не заметит. Да, кажется, фраза из религиозной литературы. Они сразу замолчали, они в шоке были. Видимо, я научился уже не доедать. То есть нужно себя воспитывать? Надо себя воспитывать. Надо, смотрите, есть у меня 6 правил, да? Так. Вы не должны делать то, что вы не хотите. Это правило.
вам должно быть все равно, что вас подумают, как к этому отнесут. Вот как я, да, сидел, я-то, слава богу, по-немецки не понимаю, и слышал, какая козлина, и сколько я еды трачу, и это... Как они сказали, он очень-то, он транжирит, они сказали. Да. Так вот, вы должны разрешить себе делать то, что вы хотите, и не заставлять себя против своей воли, просто потому, что это правильно. И вас отпустят. Перечислите остальные правила, пожалуйста. Ну, делай, что хочешь. Это когда вы... Тут надо еще понимать, что люди не понимают смысла этого правила. Это значит, что когда вы принимаете решение, вы должны не целесообразностью пользоваться, а тем, что вы хотите, желаниями. Второе, не терпеть ничего, ни ради чего и ни ради кого, то есть не делать то, что не хочешь. Третье, мое любимое, сразу говорить, что не нравится, но там есть одна проблема. Говорить вы можете только один раз. То есть если человек не меняется, или вам уже все нравится, или до свидания, на это мало кто вообще готов. Четвертое, не отвечать, когда не спрашивают. Пятое, отвечает только на вопрос. И шестое правило, выясняет отношения, говорит только про себя. Ну, простенько, по-моему, и понятно. Можно ли полюбить себя при помощи аутотренинга? Глядя в зеркало, например, говорит, ты все сможешь, у тебя получится. Да. Сегодня есть много предположений о том, что мысли материальные, да, о том, конечно. Как ты себя настроишь, так и будет твоя Я жизнь. Я тоже смотрел фильм «Секрет». Значит, в моем детстве был такой анекдот, когда ребенка дразнит в школе, что у него квадратная голова. И мама его успокаивает, говорит, сынок, она у тебя круглая, не расстраивайся. Так вот, можно, конечно, заняться аутотренингом, я в него слабо верю. Лучше я верю в действия. Мозг так устроен, что он реагирует на конкретные действия, а не на бла-бла. Вот. У меня есть один товарищ, который, криминальный такой парень, сидел в разных странах, в разных тюрьмах, и у него манера, он врет всегда и по любому поводу. Вот просто так врет. Мне это надоело, а ему 70 лет. Я говорю, слушай, Боря, у тебя же деменция сейчас может развиться. Потому что твой мозг вообще не понимает, когда ты врешь, когда ты говоришь правду. Поэтому аутотренинг, я думаю, это не самое лучшее. Лучше действия конкретные. Прорабатывать себя и все время собой заниматься. Хотя вы говорите, что иногда лучше расслабиться и просто быть собой. Я не фанат самосовершенствования. Я не люблю курсы личностного роста. У меня нет амбиций, например, никаких. Я никуда не стремлюсь. У меня нет никаких целей. Я деньги даже по-другому зарабатываю. Просто делаю, что я хочу, а не потому, что у меня есть какая-то цель. Я пытался себе придумать цель купить квартиру в Тель-Авиве. Но она стоит вообще нереальных денег. И я не могу сказать, что я прямо хочу. И не получилось, короче, вот так заставить себя ради какой-то цели что-то сделать. Не получается. Не получается. Да и не надо. То есть, и не надо. Просто надо наслаждаться сегодняшним днем. Когда я буду зарабатывать столько, чтобы сразу купить, тогда я куплю. А вот это вот убиться, чтобы потом что-нибудь у тебя было, нет. Надо наслаждаться правильно сегодняшним днем. Знаете, часто наша нелюбовь к себе, она спровоцирована тем, что нам кажется, это слово, нас не любят окружающие люди. Как это взаимосвязано? Действительно ли они нас не любят, правильно и мы себя не любим? Правильно или вы говорите. Вы это чувствуете. Даже независимо от того, любят они или нет, я вам сейчас пример приведу. Связано это с тем, что родители бывают, не то что они не любят ребенка, они вообще никого не любят. Они, например, холодные люди, не эмоциональные, да? Вот я вам приведу пример. Я достиг уже такого, я бы сказал, совершенства, что ко мне из-за границы ездят люди, и это впечатляет. Но представьте себе, когда человек приезжает из Нью-Йорка на 45 минут. Это круто. Так вот, приехала одна, не будем страну называть, женщина из Европы, потому что ее дочь с ней не общается вообще. И я говорю, а почему она с вами не общается? Говорит, я думаю, что когда она была маленькая, она, например, ее спать укладывала. Она говорит, мам, поцелуй меня. А я говорю, так, все, глазки закрываем, все, мы спим уже, все, никаких поцелуев, завтра поговорим. И она говорит, я понимаю, что я не хочу ее целовать, у меня нет никакой потребности ее целовать. Человек такой, понимаете? Я говорю, стали выяснять, в детстве ее били, маму саму. И она выросла совершенно холодной. Сейчас, когда ей там под 70, да, она страдает, что взрослая дочь вообще не хочет с ней общаться, чувствует себя одинокой. Я понятно объясняю? Да. Как-то вот так. И нам кажется, что нас не любят. В доме, например, двое детей, один из них старший, да? Вот он был королем, кажется, жизни, пока не родился младший. Как только рождается младший, этому говорят, что он старший, что он большой, что он должен уступить. Он это трактует как то, что его не любят. То есть он уже не ребенок.
Вот этот мелкий орет, который, этот ребенок, ему какой-то все внимание. Целое поколение недолюбышей. Ну и последние детей бьют. А в странах бывшего Советского Союза их бьют. Это правда. В мире их уже не бьют. И в мире уже другие люди родились, не битые. Притом не бьют давно. В Великобритании отменили в школе телесные наказания, по-моему, в 1985 году. Ну, кстати, не так и давно. В европейских странах давно нельзя рукоприкладством заниматься. Везде это называется физическое насилие и карается тюремным сроком, а дети отдаются в приемную семью. А на постсоветском пространстве, да бей сколько хочешь. Главное, чтобы гематом не было и переломов. А ведь ничего не будет. Вот я сейчас в Одессе, например, вот вы идете по улице, да, и ребенок в лужу бежит, и мать его шлепает. Что будет? Что, полицию вызовут? Может, ей кто-то слово скажет? Ребенку еще замечание сделает. Ты че, мама, не слушаешься? Тебе мама сказала, стой. Сейчас заберу тебя с собой. Ну, конечно. Везде. Вот если вы идете по, я не знаю, городу Парижу, и такое видите, окружающие вызовут полицию. Реально. Без дураков. Такое невозможно. Нельзя. Детей руками трогать нельзя. Это то же самое, что, знаете, есть понятие сексуальное насилие, да? Это то же самое называется физическое. А у нас это называется физическое воспитание. Физическое воспитание. А не насилие. Смотрим видео в последнее время очень часто, да? Хорошо, что у нас есть теперь гаджеты, которыми можно это я все снимать. Я сейчас делал огромный проект «Супермамочка» с, если вы знаете, есть такой Леша Гончаренко, это самый большой, наверное, продакшн, да, в Украине. Ну, телевизионный. Не знаете, ну, неважно. Замок называется. Компания. В Киеве, Алексей. В Киеве, да. Я знаю, а, да. Знаете. Знаю. Вот мы с его компанией делали проект. Они все любят детей, вы знаете? И та, которая бьет, и та, которая отдала ребенка, например, в спортивную школу. Ребенок, вы как-нибудь в планке стояли? Вы знаете, я? Что это такое? Я? Да, да, конечно. Сколько вы можете простоять планку? 2 минуты максимум. 20 минут хотите? Ребенку, нет. Ребенку 5 лет. Вопрос, что нужно с ним сделать, чтобы он столько стоял. И у ребенка недовес, килограмм 7 или 8, потому что в спортивной школе считают, что это лишние килограммы. И когда ребенок хочет есть, она ее бьет. Понимаете? Это вообще другая психология. Мир уже другой. В мире этого уже вообще нету. В мире в музыкальной школе по пальцам детей не бьют. Типа, держи ладошку куполом, никто не орет. И, ну, я вам пример один приведу. У меня брат старший живет в Канаде. И мама, когда была жива, она к нему приезжала, и она говорит, вот сидишь напротив школы, да, выбегают дети, и ощущение, что звук выключили. Вообще не дерется никто. Никто... Кстати, дети, чтобы они не дрались. Они, ну, типа, просто не проецируют. Они или не живые, что ли, да, или это не дети. Или они что, обкуренные? Они не дерут, у них нет агрессии. Потому что их не били в детстве. Агрессия — это следствие, чтобы люди тоже понимали, да, чем того, что тебя били в детстве. И это опять не любовь, и это агрессия. Агрессия — это выражение нелюбви. Более того, у нас для того, чтобы защищаться, мальчиков, да и девочек иногда отдают специально в спортивные секции, чтобы он мог постоять. Я считаю, это хорошо, что себя. Он может постоять. Хорошо, чтобы это не пригодилось. А вырасти... Я в Советском Союзе, естественно, родился и вырос еще при Хрущеве, да? А как ты можешь... Не драться, но это бред какой-то. Я себе плохо представляю. Пока ты растешь, конечно, ты дерешься. А там уже не дерутся. То есть они могут, конечно, друг друга там навалять, но это не носит хронического характера, понимаете? Никто с такой рожей не ходит перекошенный, как у нас. Ну да, это есть. Наша надежда — это наши дети. То есть то, что мы это хотим... Это мы их надежда, если мы не будем себя вести как раньше. Если мы поймем, что уже началась другая жизнь, что 21 век на дворе, что вообще все изменилось, да? А никого на горох и на соль не ставят на колени, в угол тоже не ставят, ремень не висит на почетном месте, никого не пугают ремнем, все пытаются договариваться. Знаете, есть еще один стереотип у родителей о том, что можно ребенка залюбить. Вот залюбить, заласкать, разбаловать. Все что угодно, поэтому нужно знать какие-то рамки, контроль. Даже модно было в какое-то время, вот если родился малыш, его переносить в другую комнату, вот он должен с пеленок практически быть самостоятельным. Он плачет, но я ночью не проснусь, не подойду к нему, потому что он должен понимать, что он вот теперь вот во взрослом мире.
не знаю, как это сформулировать, это не моя природа, скажем так, не мои какие-то понимания, но какое-то время, какой-то период среди мам это действительно было популярно. Что на меня смотрите? Я же не мама. Ну, я думаю, что с такими вопросами к вам часто обращаются. Нормально ли это? Можно ли залюбить ребенка? Люди путают. Ребенка можно залюбить материально. Когда родитель не хочет... Что такое любовь вообще? Ну, как ребенок это понимает, да? Что родители уделяют ему внимание. Там больше нету ничего. То есть родители проводят с ним время, разговаривают, гуляют. Ребенку, в принципе, больше ничего не нужно. Когда родители этого не делают... Теперь возвращаемся к чувству вины. Угу. Они его залюбливают в том смысле, что они ему начинают дарить дорогие игрушки, покупать одежду, выряжают как куклу и так далее. Вот они это имеют в виду, вот это можно избаловать, да? Когда ребенок все время купи, и ему все покупает и покупает, это может ребенка довести до вообще проблем психологических. Зацеловать, заобнимать или проводить с ребенком лишнее время невозможно. Давайте я задам еще один вопрос из Фейсбука. Так, от Юлии. Почему тот, кто не любит себя, на самом деле не любит никого? Правда ли это? Ну, не может любить, конечно. У него не получается. Человек, который не любит себя, людей тоже не любит. Это правда. Это я не могу даже объяснить, как это... Ну, но это так. Это так. Это он какое-то ощущение. Не, да, утешить такого... не может, не помочь, ничего. У него, как говорится, любилка не выросла. Но нечем ему... Вот такой он, да. Это огромное... Кстати, очень интересно, что люди, которые себя не любят, они часто пытаются помочь. Часто. Не получается. Они пытаются... Знаете, есть люди, которые хотят быть хорошими, типа, да, никому не отказать. Но вот у них не выходит. Никто их помощь не принимает. Но это ведь не значит, что они плохие. Они вообще прекрасные, но не могут. Как надо, можно подсказать? Вообще надо сначала себя любить, чтобы кого-то еще любить. Вы не можете детей нормально любить. Теперь психологический аспект очень интересный. Человек должен любить себя ни за что. Это называется безусловная любовь. То есть любовь без условий. Мы себя так не любим. Мы должны себе доказывать, что мы что-то из себя представляем. Да? И когда у нас рождаются дети, если бы мы любили себя, мы бы любили детей. А из-за того, что мы себя до конца не принимаем, мы детей тоже до конца не принимаем. У нас с ним куча претензий, куча ожиданий. Сидишь не так, ешь как свинья, все грязные ходишь, безобразно учишься. Это мы на них переводим свои комплексы. А если бы мы себя любили, вообще бы ничего не раздражало. Сегодня в Одессе вы встречаетесь со своими слушателями, поклонниками. Поклонниками, можно я так скажу? Нет, сами. Ваших... выступлений, да. Ну, две трети женщины, конечно, придут. Конечно, я даже не сомневаюсь. Даже вопросы, которые задавали, в основном это были женщины. И вот один вопрос от мужчины, да, где граница между любовью к себе и эгоизмом. Mm. Тоже, кстати, вопрос немного с мужским характером, мне кажется. Сегодня вы выступаете в 19:00 в концерт-холле Одесса. Ваша встреча 2 часа где-то, если я не ошибаюсь. Да-да-да. А можно ли за 2 часа прокачать людей и сказать им «полюбите себя»? Нет, сказать можно за 1 минуту, а вот прокачать тяжело. Поэтому я очень люблю, кстати, это. Это не лекции в традиционном понимании. Знаете, когда лектор 2 часа рассказывает в одно лицо, а вы спите, потом все расходятся. Это чисто интерактив. То есть я говорю немного, я отвечаю в основном на вопросы, да? И вот за счет этих вопросов, которые всем близки, надо понимать, что люди пришли по той теме, которая им интересна. Ну да, многие уйдут изменившиеся, это правда. А люди сами об этом говорят, пишут в соцсетях, что после лекции я по-другому стала смотреть на жизнь. Цель ведь здесь действительно не внедрить какой-то чип для того, чтобы перепрошить человека, а дать возможность ему подумать. Во-первых, во-вторых, я вам хочу сказать честно, я люблю Одессу. Я первый раз был в Одессе еще до вашего рождения. В году 80 каком-то. Тогда в Одессе не было воды 2 часа в день, и было только 1 пиво «Оболонь». Не было ресторана, были только столовые и кафе. И пиво разливали, наверное, в цистернах таких, да? Ну, это было... Нет, была и бутылка тоже, но кроме просто «Оболонь» не было никакого. Но счастливые были годы, у нас не было денег, я работал в школе, получил около 69 рублей. Вот. Но время в Аркадии мы жили целый месяц. Нас послало Министерство образования и Одесский университет. Но счастливое было время.
И я хочу сказать, что я хочу и дальше ездить сюда. Это не смысл, я сейчас приехал, толкнул речь, как Ленин на броневике, и уехал. Я хочу вернуться, потому что это история с продолжением. Чтобы полюбить себя, это недостаточно один раз. Этим надо как бы заниматься, понимаете? Например, Таня, оставлять еду на тарелке. Хотя бы это. Хорошее предложение, я попробую. Спасибо большое вам за то, что вы пришли к нам. Спасибо, и я для себя почерпнула. Я ведь так тоже аккуратно задавала вопросы от телезрителей. Но, естественно, я слышала и то, что нужно мне. Я думаю, что тем телезрителям, которые нас смотрят. В гостях у нас Михаил Лобковский. Это дневной эфир 7-го телеканала. В студии провела его с вами Татьяна Милимко. Всего доброго вам.